Гагаузская певица Людмила Тукан в День работника культуры была удостоена звания новой государственной награды «Заслуженный артист Гагаузии». Певица выпустила 4 альбома, теперь Людмила Тукан работает над 5-м. Государственную награду «Заслуженный артист Гагаузии» удостоена гагаузская певица Людмила Тукан. Я безумно счастлива. Передать все то, что вот я чувствую, это, наверное, просто словами невозможно. Спасибо всем, 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 кто поверил в меня на первоначальных, на самых-самых тяжелых этапах. Это первым человеком это был Иван Дмитриевич Курдоку. Он просто поверил в меня и помог развиться дальше. Спасибо всем моим слушателям, всем тем, кто любит мое творчество, всем тем, кто любит и поет мои песни вместе со мной. Я мечтала стать дочерью гагаузского народа, и я ею стала. Но все это только благодаря тем людям, которые меня любят, моему народу, благодаря гагаузам. Я люблю вас. Спасибо большое всем. Карьеру певицы Людмила начала в 1998 году. В 2008 году на конкурсе «Серебряный голос Гагаузии» завоевала первое гран-при. Первый диск посвятила маме. Принимала участие в различных международных конкурсах в Туркменистане, Украине, Турции. В большинстве из них завоевывала первые места. В ее творческой копилке 4 сборника. Знаменательным событием в жизни Людмилы Тукан стало участие в конкурсе «Песни тюркского мира. Тюрквидение-2013». И пока буду я жива, пока будет биться мое сердце, я буду петь, жить и творить только для вас, мои родные, мои любимые. Людмила Тукан – уроженка города Чедерлунга. Детство и юность провела в селе Баурчи. Замужем. Воспитывает 2 дочерей. Старшая дочь пошла по маминым стопам. Учится музыке и вокалу. Младшая увлекается художественным искусством. Певица пишет новые песни и радует жителей автономии. В данное время работает над созданием 5-го альбома.